Короче, ребят, ничего не спрашивайте, ничего не говорите. Просто тихо. Сейчас ко мне приедет Рис. Все работает. Я не твича, ничего нет, чата нету, ОБС нету, короче, все нормально. Сейчас приедет Рис. Все. Короче, потом все расскажу. Просто потом все расскажу. Она уже поднимается, я сейчас. Короче, сука, идите нахуй, короче. Идите нахуй. Что хотела, то и пей, так сказать, сейчас я тебе освобожу место, чтобы... Я БР люблю. Блин, это говно. Садись лучше на кресло, потому что... Только света, блядь. Я стримил недавно просто. А, блядь, я не могу его просунуть. Садись. Че, как дела у тебя? Да ничего, нормально, я заебалась. Если я режим весь сбила. Режим весь сбила. Я хожу, как, я не знаю, в каком-то тумане, блин. Ничего, ни хрена не ела. Спокойно. Ты не высыпаешься? Может, тебе к чаю что-то дать? Давай. Не, то конфета говно, реально. У меня пряники там есть, типа. Только историю не смотри опять. Ну, типа, да. Да что меня там не видела в твоей истории? Ну, ты не смотри, а ты пряники любишь? Ну вообще да, вообще. С Орео. Так это не пряники, дядь. А что это? Это же печенье, типа. Ну, печенье, это не пряники. Пряник. Тройной Орео. Бля, ты как только Орео не извиваются, чтобы, блядь, сделать себе... Не знаю, что-то новое. Я вообще-то их не ем, я просто занимаюсь. А ты в зал ходишь, кстати? Да, у меня что-то последнее тоже. И сколько ты раз посещаешь зал? Раз, два в неделю. Два раза? Что с тобой? Да я как-то хочу удобнее сесть просто, типа. Неудобно, блядь, сидеть. Свет выключи, говорю, глаза хуярит. А ты так не хуярит? Не, нормально. Как у тебя день прошел? Ебаный печиво, блядь. Я проснулся, у нас карантин, зал на карантин закрыли, и я теперь не хожу в зал, хотя я занимался, я накачался. Смотри, у меня даже пресс есть, видишь? Пресс, а я успела, кстати, ну, до карантина. А у вас же нету карантина. Что? Салфетку. А у вас же ж... В зале карантина нет. Но у нас некоторые еще магазы. Типа у меня под домом есть магаз прикольный. Я туда ходила, он, по-моему, до 6 работает. А что там было? А я там что-то... Блядь, да я с ума схожу на карантине. Я чисто спустилась. Я обычно, когда просыпаюсь, я же типа иду куда-то, чтобы проснуться. Взяла кофе и пошла себе в магаз. Купила белье. Белье? Да. В кофейном? Не. Ну у меня же внизу этот Астхи или как его, блядь. А, ну а тебе? Не, я, кстати, с собой взяла. Да? Показать? Ну, давай. Бля, ну я типа, короче, я не знаю. Ну, а что тут такого? Мы же типа хоуми там, типа. Бля, только не пугайся. Я не люблю с кумаками ходить просто. Кумаками? Это что такое? С торбами не люблю ходить. А, ты в сумке? Может, да. Ты украла просто?
Ты что, прикалываешься? Короче. Блядь. Это белье? Ну это... Это трусы? Это, блядь, ты что, прикалываешься? А это же все видно будет. А, это же только по дому или на улицу? Ну на улицу, если ты сверху оденешь... Блядь, Зоя, ты нормальный? Ты ну, не знаешь, что это такое? Мне просто у девчонок обычные типа пушапы там, блядь. Ну, последний раз девчонки... А ну куда мне пушап? Ну типа... Давай откровенно, типа, нормальный лифчик нужен для чего? Чтобы держать сиськи. Где у меня сиськи? А так у меня маленькая грудь, оно красиво на меня посмотреть. Ляжет. Ну и трусики розовенькие. Ну это уже такое, типа, так что, потому что у меня нет розовых трусов. У меня только черные, белые и бежевые. У меня просто последняя девчонка, которая была, у нее такие трусы, как парашюты, блядь, типа, были. Что это? Чтоб ты успокоился, блядь. Да нет, да я... Нервный какой-то. Да я спокойный, в принципе, просто, типа... Все... Ну, не знаю, ты впервые, например, ну... ногу закидываешь на стол. Вот так вот. Да, блядь, у меня просто много энергии, меня зал закрыли, я, типа, не могу успокоиться нормально, в плане того, что я занимался раньше, нормально ходил, там, каждое утро у меня, типа, утро начиналось зал, я вставал в 8, не, я вставал в 9, и в 10 я был уже в зале. Ты можешь ко мне ходить, если тебе прям так горит, чтоб не дергаться. Да ты слишком далеко ездить, я ебал, типа, нет смысла. Ну, ты живешь в пизде на Ракушках, типа, а мне ехать, мне зал... Под домом это был, блин. Это ты живешь пизде на Ракушках, блин. Я в охуенном районе. У меня просто зал под домом. А мне, прикинь, мне ехать к тебе. А у меня в доме. А что я, как я приеду к тебе? Я ну, приеду и скажу, Рис, пойдем заниматься с тобой спортом? Ну или, а тренер мой? У меня есть свой, я тебе дам. Ну, можно все эти слова без... Это два раза ты предложил. Все эти слова без слова, там, со словом дам, без этих слов. Ладно, не суть. Ну, короче, просто, ну, тренер охуенный, он общался со мной классно, типа. Он приколюхи всякие давал там. А без тренера я не вижу смысла заниматься, потому что ну, не накачаюсь нормально. Да, все нормально. Да, все, заебись. Блядь, я носки на выверите в дело. Вот и я о том же. А что ты не стримила столько времени? Где ты вообще пропадала? Бля, да я в голове копалась. Если честно, заебалась от всего. Но зато сейчас вернулась. Не, ну. Можно наконец-то кукинг, блядь, сделать, о котором да, мне что-то все кому, пишут, блядь. Да, который нахуй уже не нужен тот кукинг, блядь, потому что... Ну, блядь, ну сколько времени прошло, уже даже не помнят, кто ты. И я не помню, кто мы не помнят. В смысле? Ты стримишь. А ну, я-то стримлю. Я как фотку не выложу в Инстаграм, постоянно пишут, блядь, а где злой, а злой там за ширмой стоит. Нет, просто я сгорел на стриме и говорил, что, блядь, ну, типа, тебя нету, кукинга не будет, все, я заебался ждать. Ну, типа, что я горел идеей... На охуенный контент. И, типа, ты пропала куда-то, и... А я, типа, говорю очень блядь, сильно контент. Да я тебе объясняла, куда я пропала. Что ты это... Да, блядь, да просто, типа... Я расстроен, потому что так все охуенно должно было быть. Мы ходили, покупали на ИРЛ-стриме эту кофту, блядь. Где она, кстати? Дома у меня. Могу тебе дать, с девочками сделаешь. Кукинг, блин. Не, а... Так, просто рофл в том, что кроме тебя ни с кем не мог сделать, типа, блин. Почему? Ну, потому что, типа... Лея, да Михаилина. Не, это же, типа, мы должны быть в одной кофте, а... Ну, мне тебе, короче, некомфортно? Некомфортно мне бы было. Немного. Ну, типа, предложение еще открыто, кофта есть. Кофта-то есть, ну... Ну, типа, блин, опять-таки, у меня кухня, вот я недавно с Леной готовила крабовый салат. У меня кухня очень маленькая даже для крабового салата. Мы там поместимся? Вот вопрос. И как поставить так камеру? Потому что у вас тут места больше. То есть ты ставил камеру, ты хочешь, чтобы у меня были? Да, потому что у меня будет маленькая кухня. Для этого Да я думал, типа, у тебя дома. Так мы же планировали как? На твоем стриме это делать, а не на моем. Если раньше мы это планировали. Ну да. Типа, просто ты можешь тоже... Ну просто... Типа, просто у меня локацию. Никак камеру не поставить так, чтобы было видно мы все. Мы уже делали просто у меня кукинг когда-то. Как, ну, тогда мы готовили пиццу, которую никто не ел. Ну, было классно. А вино тоже классное было. Ой, страшная вещь. Я вспомню. Бля, я аж вообще, типа, траванулась на Новый год. Я, типа, сейчас вообще как алкоголь. Как траванулась? Ну, я вино пила, потом вино закончилось. И я, типа, не увидела, что в бокале было кола с виски. Ну, они такие, типа... были. Вот, я сделала глоток, и через 5 минут мне так ударило в голову, хотя, ну, типа, я потом вспомнила, когда валялась уже, блядь, в душе, ну, когда траванулась, я, блядь, пыталась прийти в себя,
я вспомнила, что я еще ничего не ела. Прикинь. Так ты... Подожди, а как на Новый год можно ничего не кушать? Ну, во-первых, я была соло, а потом я была... А ты типа... не с родителями встречала? Ну, я была с мамой, изначально я была соло, потом я поехала домой. 12 часов где были? 12 часов я была с мамой. Так мама наготовила что-то или вы просто типа за шампанским сидели? У мамы диета, смотри, она мне наготовила, еда была у меня, и в 12 часов я поехала к ней, потому что я выкупаю, что она одна, она ни с кем типа не встречается, не хочет. Вот, и в 12 часов, а у нее, короче, она на диете сидит, ей нихуя жрать нельзя. Mm. А потом я пообещала, что я поеду к Флачику, ну, который в Нави вот этот вот. К Флайчуку, они там с Резолем праздновали в компании, ну и там я уже продолжила кутить. Но я просто охуела, меня прям, во что ты понимала, даже сейчас отойти не могу. То есть я не знаю, у меня, я ЖКТ себе нахуй сорвала, блядь, все. Ну то есть, вообще тяжелый Новый год и тяжелый месяц, короче. То есть тебе Новый год не понравился вообще, что ты праздновал? Ну не то, что, блядь, я впервые рыгала на заднем сиденье такси, причем я такая открываю сумку, рыгаю туда, а потом, блядь, закрываю сумку и такая, блядь, можно же окно открыть. Открываю окно, вылажу, начинаю, как в фильме, это ужас был. А ужас. Какой у тебя был самый охуенный Новый год вообще? Самый охуенный Новый год? Ну, который ты запомнила. Ну, вообще на стриме было заебись его праздновать, потому что мы тогда в World of Warcraft попозже пошли. Подожди, ты на стриме праздновала Новый год и пошла... По-моему, и... три Новых года я праздновала. Подряд? Может быть, через один. А как же друзья, типа? Ну, с кентами там посидеть, почилить немного. Ну, я все в интернете. Ну, типа, это только вот этот вот год у меня кто-то в Киеве появился. Ну, это реально так. У меня в основном все были Москва, там, не знаю, ну, и вообще по России разбросаны. И, ну, как бы зрители. А что, у меня не было... У меня даже вот Аня появилась вот 2 года назад. Да, блядь, 2 года назад. И прошлый Новый год, например, я его вообще не помню. А ты с парнем ни разу не праздновал Новый год? Ну, наверное, в лет 15. А как это мы было? Тогда в God of War играли. Вместе, типа? Да. Бля, прикольно. Но он играл и смотрел. Это старый God of War был, но это прикольно было. Это, кстати, охуенный Новый год был. Типа, очень такой, знаешь, на чиле никто не заебывал. Да, было заебись. Типа, только вдвоем. Да. Ну, а сейчас нормально вдвоем, типа, Новый год празднуют? Ну, типа, если парами. В смысле? Ну, типа, ну просто... Мы как праздновали Новый год, то все наши ребята по парам, типа, разбились там, ну там, ну типа парами праздновали больше, в один, ну типа не в одиночестве, а нет, типа вдвоем. Нет, пары нормальных, это ну, это вся хуйня, типа, ну как мы, блядь, хуйней страдали в начале, ой, в конце лета, ну типа, хуй знает, шиперинг меня вообще подбил под... Не хочу отношений. Ну, я не поняла, короче, этого. У меня 4 года-то, по сути, ничего серьезного не было. И тут вот этот шиперинг, вся вот эта хуйня, потом, блядь, пошло-поехало, и вы я опять 3 месяца не стримила, потому что я загналась на эту тему. Почему? Ну, потому что одиночество ударило. Ты такой живешь в иллюзии, блядь, и чё? Типа в иллюзии шиперинга? Ну да. Когда люди начинают, блин, хуярить тебя, заебывать. Такого ну... ж не было в прошлом году, это только в этом году, типа, столько людей, блядь, в интернете появилось, и вот эта вот вся хуйня началась. Ну... Поэтому было тяжело из этого выйти. И Новый год меня прям добил. Он меня добил прям пиздец на тему одиночества. А, потому что, типа, ты одна была? Типа... Ну да. Ну... Вы, блядь, еще там... Не, ну... Кутили. Там, пойми, у нас кем, по-разному. Да я где-то был, типа, но я не люблю Новый год. Я просто профкашил его весь. Проспал, типа. Ничего интересного. Ну, хотя, знаешь, и в деревне тоже не было ничего интересного. Просто у меня была мысль, мы к свадьбе ходили, все выбирали, у меня была мысль, так, я смотрю поезд, думаю, ну все, короче, я еду в деревню. Типа, я вижу поезд на 6:30, думаю, я сейчас выезжаю, приезжаю, меня забирают в Виннице, и я на Новый год буду в деревне. У меня была такая мысль. Ну, потом я думаю, блядь, да в деревне там ничего лучше не будет, потому что мы соберемся все в какой-то конуре,
Все нахуярятся, и все, типа, потеряются где-то, как всегда. Так и было, кстати. Потому что мне чел звонил в 3 часа ночи на Новый год. С другом они вдвоем остались. Говорит, никого больше нету, все, типа, разошлись. Ну что, у челов тоже телок нет? Не, ну, понимаешь, у нас никогда в компании не было такого, что было везде девчонок много. Типа, если кто-то находил, так они с ними и тусили. Как мне один Кен говорил, бля, если берешь подругу, пускай подруга берет еще подругу. У нас такого не было. Типа, все или без подруг, или без чего-либо. И кто-то уже всегда был с девушкой, типа, чилил, а кто-то без девушки. Ну, у нас большинство без девушек, потому что у нас встречаются ребята там по 5-6 лет, типа. У нас нету такого, что, о, подруги, потому что деревня — это город, так сказать, студентов. Туда приезжают учиться 16-летние, нам уже по 25. В деревню? Ну, у нас 3 вуза в деревне. Это ПТУ, это строитель... Ой, это ПТУ, это... А откуда туда едут учиться? Зачем? С других деревень. У нас, блядь, у нас не то, что деревня. У вас главная деревня. Да, на районе. Ну, типа, не то, что, типа, деревня, но город, центральный город. Ну, короче, 3 вуза из разных, еще глухие деревень приезжают к нам учиться. Ну, приезжают малолетки, типа. Ну, не приедет кто-то с Винницы к нам учиться. Нахуй ему с Винницы ехать? Да. Они сразу, блядь, слов деревень приедут, типа, у нас отучатся, а потом уже Винница, Киев, там... И такой небольшой городок. И постоянный приток людей постоянный. Типа это малолетки. А нам уже, мы уже взрослые. И нахуй малолетки. Типа, мы же не будем их водить к нам. У нас уже другие понятия в жизни там. Не знаю, меня этот Новый год прям пиздец набрёл. Хочется уже, блядь, семейного какого-то счастья и спокойствия. Ну. Вообще этого хотелось, блядь, изначально в начале осени. Чё меня и забило всё. Я же, типа, здоровьем занималась. Потом вот эта вся хуйня началась, потом, блядь, еще у нас в тусовке, блин, вот это весь движ. Вадя начал исполнять, типа, тоже с женой, блядь. Короче, у всех крыша поехала, блядь, тотально. А вот этот вот Новый год ты выкупаешь, что... Ну что, вот даже вот с друзьями бухать, вот есть смысл бухать уже. Ну, я заебалась лично, не знаю, как вы в сентябре столько бухали все. И, может, да, и в октябре... Да мы не бухали, блядь, там так чисто. Да, бля, я не люблю, типа, вообще бухать, потому что я уже понял, что алкоголь — это полная хуйня. Ты чё дёргаешься? Да жарко мне как-то, блядь, я, типа, я хочу... Я мёрзну, я чё ноги подняла. Можешь выйти, переоденусь? Чё я там не видела? В смысле? Ну я ж видела твой торт, блин. Не, ну мне неловко, типа, переодеваться, типа... Только не переодевайся там в моё. Нет, в твоё нет, ты что, не уку... Сейчас, секунду. Не, мне жарко, я сказал, мне жарко вообще-то, Ты сказал, тебе холодно. Не, мне жарко, типа. Я точно помню, ты сказал, что тебе холодно, потому что я ноги подняла, потому что мне холодно. Не, мне просто было очень жарко в кофте, типа, я думал, переодеться, типа. Ты говоришь, тебе шиперинг не сильно нравился, да, типа? Ну, а кому нравится? Ты сам говорил, блядь, что это начинают шутить, но... Ай, блядь. Это начинают шутить на святую тему, типа, отношений. Ты сам, блядь, кстати, шиперинга не хотел по этой причине. Ну... Вернись, блядь. Просто, типа, ну, я не знаю, типа, просто, когда тогда у тебя... Просто, когда мы у тебя были тогда, типа... Первые стримы, когда в апреле там еще, это же апрель был, кажется, да? Там ты меня кормила едой, там это, ну, еда там вкусная. Когда еще говорил, что, типа, ты что-то сделал, какой-то бутер с яйцом, а он соленый? Ой, сука, да, это был бутер, блядь, с яйцом, который я немножко посолила, а ты начал говорить, что у тебя язва, я не знала. Я вообще люблю, когда сильное соленое. И ты начал вот это вот, а потом ты начал меня подъебывать за эти, блядь,
Вареники, которые это пельмени были домашние. Ну, короче, блядь, не, ну, меня типа, взбесил. Типа, мне было, ну... Я сейчас со всей душой, ты такой... Да бутер соленый был, ну, типа... Вы уже договорили, блин, об этом. Бутер был соленый? Ну, блядь, я не, просто не ем соленое. Ты сидишь, блядь. Мне так комфортнее просто. Бутер был соленый, но... Не, вареники были вкусные, то ли пельмени. Это пельмени. Ну, да, в принципе, я запомнил. Не, ну так просто было прикольно так, что... Не знаю, мне... Да как-то так уютно. Короче, классный стрим был. Не, ну... Что с тобой происходит? Был классный стрим, потому что... Я там пришел, меня накормили, так уютно, мы еще посидели, постримили. Не можешь на меня смотреть, который... А то ты куда-то туда, блин, дергаешься, все нормально. Да свет просто... Накаляешь обстановку. Да нет, да ты просто накаляешь. Ну ладно, похуй мне. В смысле, я вообще спокойный, блядь, еще прикалываешься. Ты обычно другой. Я вообще спокойный парень, блядь. Ты просто меня давно не видела, я как бы, сколько, мы не виделись там 2 месяца, это, типа, много. Ну да, достаточно. Кто меня игнорил, блядь, когда я его на ужин позвала? А... Мне завтра в 9 часов утра в зал! Я начал смотреть на свои приколы, это мое дело. Типа, блядь, ну если я бы потусил, я видел сторис, что до 4 утра сидели там, до 5, и типа, я бы в зал не встал, я просто уже тусил так, блядь, что я потом в зал ходил, я 3 часа спал, и просто, короче, зал для меня в приоритете. Ну, сейчас зала нет, типа, ну, не в приоритете. Не, ну, просто я заниматься люблю спортом. Я до депрессии такой, типа, проснулся, думаю, все, надо что-то менять в жизни, надо идти в зал. И я пошел в зал. Ну, ты поменялся, оно видно. Ты что, похудал? Ну, странно себя ведешь. Я не знаю, что поменялось конкретно. Маникюрчик. Ну, маникюр, да. Ну, он уже, сука, спиздил слазит. Идею. Я в сауне был. У кого? У кого? Мы когда видос хотели снять, чтобы ты маникюр сделал? Так это не тот маникюр, мы хотели другой снять, блядь, вообще. Когда мы сделаем тот? Как-то... Да, блин, карантин сейчас, не сделаешь, типа, все в карантине. Аня может тебе нарастить. Да нет, аж, ну, в принципе, кстати, да. Аня может тебе нарастить. А что, она еще может мне нарастить? Что тебе еще надо? Блядь? Не, меня все устраивает, типа. Короче, какие планы на завтра? Ты что, сейчас расплачешься, блядь? Нет! Ты так странно себя ведёшь. Какие планы на завтра у тебя? Что ты делаешь? Да не знаю, ну, смотреть надо. А стримить когда будешь? Да я уже, кстати, начала. А, я видел, там в КС-ку играла. Ну, так... Я уже стримов... 15, да? 4 провела. Да точно. Нет, типа слабо играешь. Нет, да это не суть. Да в смысле слабо играю? Нормально я играю. Я просто под самбу там играю. Я включаю музыку, вот эту итальяно и испаньоло. Тебе шиперинг тебе не нравился, да? Ты что, блядь, ты сделал? Не, просто, ну, мне просто интересно узнать. Блядь, ну, короче... просто понимаешь... блядь, я много... Ой, мы уже говорили на эту тему, не заставляй меня снова. Не, ну тогда я был не столько осознан, как сейчас. Потому что я думаю, за этот период... Ну ты, кстати, сука, наглее стал, блин. Ты вот последний раз... Нам с тобой виделись. В Индианыча, скорее всего. А я помню, мне кто-то рассказывал, что ты бабником стал, что ты тёлок, типа, трахать начал активно, и я вот заходила нет, к тебе на стрим. Нет, да ты совсем по-другому нет, себя вести начал. Нет, у тебя там какая-то тёлочка новая нет, появилась. Нет, да не, да не, ну, блядь, ну, типа, это... Ну, какой с меня бабник? Ну, максимум я стал увереннее в себе, там, некоторые комплексы у меня ушли, да, я соглашусь. Ну, типа, ну, блядь, ну, ну, ты стал наглючим, прям. Тогда я стал... Я стал смелее, скорее всего, чем наглее. Смелее в своих выборах и, типа... Ну да, только... Короче, я так теперь точно... Да тебе самому не нравилось, типа... Ну блин, короче, окей, Зой. Мне не нравится, что это просто в интернете происходит. И мы с тобой говорили на эту тему, что это было не очень круто с точки зрения того, что... Мы там, ну, что это наиграно все. Нас вот давили, типа, чтобы мы шиперились, потому что это, блядь, ебать много зрителей приносит. Потом ты что сказал, ты поплыл. Но, блядь, я видела в тебе этот страх тогда. Сейчас ты стал, блядь, наебать. Мне похуй, я мужик, блядь. Но, типа, я не знаю, к чему ты сейчас говоришь, что шиперинг мне не нравится. Мне не нравится, что это, типа, выходит не, просто, на аудиторию. Типа, вот то, что я
Ну, за этот период я очень много общался с девчонками разного типа. И, короче, я общался, я там что-то искал. Ну, типа, говорят, бабник, да я не бабник, блядь, я просто отношения ищу, типа. Ну, как ищу? Ну, может, я там влюблюсь, там, может, мне кто-то понравится. Ну, типа, мне никто вообще, по сути, не может... Зло, не допускай тех ошибок, что были тогда. Тебе тогда вот была такая неуверенность. Сейчас... Я уверен в себе, мужчина. Давай начнем с этого. Ну, просто, понимаешь, это сложно говорить, потому что, когда доходит до серьезного... Типа, блядь, ну, мне очень сложно, но... знаешь, я сколько девчонок искал, но таких, как ты, я не мог найти вообще. Ну, именно у тебя характер такой классный, типа, и... Классный там... характер, тебе самое Ну, там, противоречие... Ну, короче, у тебя что-то так, похоже, вот. Похоже с моей мамой. Моя... Смотри в глаза и говори, что Всё, ты я будешь сказать. Я буду смотреть. Так, ты что, думаешь, я... Ты дёргаешься, меня это тоже дёргает. Я, типа, ну, ты... Я такая на спокойном пришла, блядь, сонная. Ты такой сидишь и что-то мне это. Да, мне не нравился Чиперинг, нам он вдвоем не нравился. А что ты хочешь-то? Что тебе, блядь, сейчас шиперить хочешь? Нет, просто. А можно? Просто. Ты такой джентльмен. Ну, понимаешь? Типа, со всех этих девчонок никто так не нравился, как ты, типа. И. Не трясись. Да, бля, я просто волнуюсь, потому что для меня такие моменты не с каждой бывают девчонкой, чтобы, понимаешь, типа, чтобы что-то говорить. Я, типа, всегда говорил, когда... Даже так. Я просто, я знаешь как, я всегда говорил, когда чувствовал, что не будет отказа. Типа, я всегда говорил, да, ты мне нравишься, потому что я знаю, что я 100% нравлюсь. А... Тут я не знаю, нравлюсь ли я тебе. Короче, за все это время я очень много переосмыслил и типа я хочу быть с тобой вместе, встречаться. Бля, давай только без, блядь, интернета, пожалуйста. Потому что, ну сейчас это такая же хуйня. И, ну типа... я не хочу, типа я даже если там скрыто, там тайно. Там, знаешь, ну, короче, я постараюсь, чтобы об этом никто не узнал вообще, типа, в целом. Просто это все началось в интернете, да, по сути. Тешишь, гадина, оно просто... тешится! Не, просто я это узнал все, ну, это все началось с интернета, и, типа, надеюсь, там, ну, и закончится в интернете, а тут, типа, начнется что-то новое. Иди сюда. Моя зайка. Все, успокойся, только давай, блядь, без интернета это говно, все, серьезно. Привет, ребят. Для меня есть хорошее для вас послание. Послание, которое вы должны услышать. Не верьте всему, что происходит в интернете. А если верите, то задавайте себе вопрос, правда ли это? Очень хорошо, что некоторые заметили, что это я вам оставил две посылки. Первое, это у нас зеленый экран отклеился слева. А второе, смотрите на баннер Джибета, там старый матч. Не всему можно верить, что вы видите. И всегда задавайте себе вопросы, правда ли это или нет. Я надеюсь, вы немножко не обижаетесь за такой прикольный пранк. Берегите себя. И своих близких. С вами был Злой.